Огромное спасибо, дамы и господа, за то, что вы пришли сегодня на мой мастер-класс. И я хотела бы подчеркнуть, что в любое время, когда у вас возникают какие-либо вопросы, я всегда готов вам помочь и готов поработать с вами индивидуально. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь в любое время задавать вопросы. Прежде всего, мы отображаем полушаром кутикулу и проверяем, чтобы область кутикулы была чистая и ровной. Мы должны убрать весь телевиз со зоны кутикулы. Мы должны убедиться в том, что линия кутикулы абсолютно свободна от телевизии и абсолютно поверхность лицевой пластины абсолютно ровная. Следующий, значит, этап нашей работы, это мы убираем, придаем форму ногтю и убираем все свободные края. Мы убираем все углы у лицевой пластины. И работаем вилкой по кругу, то есть по форме ногтя. Мы обрабатываем линию улыбки. Мы должны убедиться, что на лицевой пластине не осталось какой-либо продукции, которая была на ней до этого. Мы также должны снять блеск с пластины. Очищаем лицевую пластину от пыли и также очень внимательно смотрим, чтобы пыли не оставалось как на лицевой пластине, так и на боковых валиках. Мы используем одну каплю буквально дегидратора. И затем мы используем бескислотный праймер Newbon. Сначала мы должны примерить форму к пальцу и убедиться, что она абсолютно подходит. Вы отклеиваете центр формы и приклеиваете его к другой стороне формы для того, чтобы она была более жесткой. И сейчас мы должны посмотреть, каким образом нам немножко поправить форму, чтобы она идеально подходила к пальцу и лицевой пластине. То есть мы смотрим на форму, и там, где темно-серый цвет соединяется с серебряным цветом. Мы кладем форму на два указательных пальца. И соединяем ту область, где темно-серый цвет соединяется с серебряным. И вы можете увидеть, что бока формы у вас как раз образуется диагональная линия. Это нам поможет снять форму после того, как вот сформируем ногти. Средним пальцем одной руки придерживаем палец модели. И ставим форму на ногтевую пластину и заклеиваем ее там. Процесс вот заклеивания самой формы должен происходить очень медленно. Заклеивая ушки на другой стороне формы, пожалуйста, убедитесь, что они абсолютно параллельны друг другу и приклеены ровно. Если форма у нас будет заклеена неровно, то получится, что у нас центральная линия сместится, и моделирование ногтя будет проходить по кривой. Перед тем, как моделировать сам ноготь, мы начинаем с формирования белого полулуния. Также я хочу отметить, что в любом соревновании вы начинаете с моделирования белого полулуния на всех 10 пальцах. Я беру шарик белой акриловой пудры средней консистенции. От одной стороны к другой придавливающими движениями я формирую белое полулуние. И, пожалуйста, обратите внимание на то, что при формировании данного элемента вы не можете делать его меньше, чем натуральное белое полулуние модели, вы только можете увеличить его. Если вы сделаете данный элемент меньше, чем натуральное полулуние модели, то просто натуральное полулуние будет отбрасывать тень. После того, как вы сформировали полулуние на лицевой пластине модели, переверните ее палец для того, чтобы убедиться, что оно ровное со всех сторон.
Вы должны убедиться, что палец модели зафиксирован очень четко. Вы должны плотно держать его руками, потому что если он не будет зафиксирован, то при работе кистью ногтевая пластина будет подвижна. Мы начнем с работы с белой акриловой пудрой. Я набираю шарик средней консистенции. И вы должны убедиться в том, что при набирании белой пудры вы хорошо промыли кисть. То есть вы моете, окунаете в мономер ее один раз. Затем избавляетесь от излишней влаги и набираете шарик акриловой пудры. При формировании свободного края ногтя убедитесь в том, что вы как бы придавливающими движениями работаете с материалом на форме и двигаете его к ногтевой пластине. Потому что если вы будете работать придавливающими движениями непосредственно на ногтевой пластине, это может ее укоротить. И именно поэтому я помещаю шарик акриловой пудры непосредственно на форму, и затем пододвигаю его в ногтевой пластине и в края ногтевой пластины. Мы работаем кистью для того, чтобы определить длину и толщину материала. Формируем сам кончик свободного края для того, чтобы у нас получилась красивая форма ногтя. И в то время, когда материал уже находится на ногтевой пластине, он уже начинает застывать, поэтому линию улыбки я буду формировать уже на более-менее сухом материале. И я просто работаю придавливающими движениями для формирования линии улыбки. Потом вы должны взять кисть вот подобным образом, для того, чтобы линия улыбки получилась достаточно глубокой и четкой. Затем я набираю два маленьких шарика белой акриловой пудры, для того, чтобы сформировать края ногтя. В данный момент я работаю вот как раз двумя этими маленькими шариками для формирования четкого края. Затем мы снова проходимся кисточкой по внутренней стороне материала для создания более ровной линии улыбки. Таким образом, вот этот шарик, который, это количество небольшой белой пудры, которое мы набрали на кисть, мы его закладываем на рядом с ногтевым валиком и разглаживающими движениями вытягиваем его на основную форму.
где мы должны соединить два этих материала, чтобы не было перехода от одного к другому. Сейчас я беру шарик розовой акриловой пудры и начинаю свою работу в зоне белого полулуния. Растушевываю пудру по направлению в свободном краю ногтя. Набираю второй шарик акриловой пудры, который расположен выше зоны белого полулуния. Мы должны добиться однородной консистенции розовой пудры. Сначала мы работаем придавливающими, такими похлопывающими движениями по материалу, после чего мы выглаживаем его от зоны кутикулы к свободному краю ногтя. После этого мы можем приступить к формированию S-изгиба. Я прежде всего начинаю свою работу с палочки большего размера для того, чтобы убедиться, что у нас правильный S-изгиб и довольно правильные арки. Я помещаю палочку под свободный край ногтя и вот начинаю с того, что прижимаю только сам кончик ногтя. То есть сначала когда я начинаю моделировать ноготь, я начинаю работу с линии улыбки. И вот обратите внимание, что я не то чтобы просто давлю вниз на ноготь, я моделирую его как бы с двух сторон, прижимая к пальцу. В течение примерно 1 минуты вы должны подержать ноготь в таком положении. И берем палочку для формирования S-изгиба на один размер меньше. И обратите внимание, что получается, что у нас более узкая часть у основания ногтя, потом более широкая в зоне линии улыбки. Свободный конец ногтя также более узок. Следующий шаг – это мы помещаем свои пальцы ровно посередине линии улыбки и как бы захватывающими движениями прижимаем ноготь к пальцу. И это именно вам и покажет, каким образом и сколько вам нужно будет держать ноготь в таком положении, для того, чтобы сравнялась узкая часть в зоне кутикулы, широкая часть зоны улыбки и узкая часть свободного края ногтя. То есть, чтобы они стали идентичными. Мы должны подышать данный инструмент до того, пока материал не затвердеет. Мы еще раз подержим ноготь в таком положении. И вот когда вы смотрите на ноготь, потому что я очень часто, когда я был где-то, я знаю, что многие мастера работают очень близко, они находятся к ногтю. Или они сидят вот в таком положении. Вы не можете ровно посмотреть на ноготь, если вы сидите к нему боком. Вы должны сидеть абсолютно ровно к нему. Вы не должны также наклоняться слишком сильно над пальцем. Тоже для того, чтобы более четко и ровно увидеть ноготь.
И вот знаком как раз, когда вы можете отпустить ноготь, это когда вы разжимаете свои пальцы, и материал больше не двигается, то есть он отвердел. Вы снова должны зафиксировать палец. И также должны держать хорошо свободный край ногтя. И вот обратите внимание, я придерживаю палец модели своим большим пальцем. И также я использую вот свои пальцы для того, чтобы немножко отодвигать кожу от лицевой пластины, для того, чтобы не повредить ее. В то время как я работаю над правой стороной ногтя, мой указательный и средний палец также вот я использую для придания некоторых более устойчивого опоры пальцу. Я продвигаю пилку прямо к ногтевому валику и работаю ей в разных сторонах. Вы должны смотреть на ноготь прямо. Далее мы берем пилку 183. Начинаем обработку ногтевой пластины. Начинаю от белого полулуния. Продвигаемся к центру ногтевой пластины и сначала обрабатываем левую сторону. Обратите внимание на линию кутикулы и на то, чтобы материал не был слишком плотным и чтобы не было вмятин на линии кутикулы. Для того, чтобы обработать свободный край и боковую сторону ногтя, вы должны держать пилку вот таким образом. Обратите внимание на положение моего локтя. Я работаю пилкой движением снизу вверх и затем продвигаюсь к середине ногтя. И вот как раз такая техника убережет вас от создания каких-то прямых или неровных углов, потому что здесь вот мы целостно работаем с ногтем просто по кругу, сначала обрабатывая одну сторону, потом переходя плавно к другой стороне. И вот именно если вы хотите, чтобы ваши ногти были похожи на то, как будто они только что, как будто это не человек изготовил, а именно машина, то есть ровные, то вы должны, в принципе, и работать над ними, как робот. Мы берем ваф и начинаем обработку ногтевой пластины. Работаем пилкой по снижающейся технологии. Обратите внимание на то, чтобы ваш ваф работал тоже под тем же углом и тоже в ту же сторону, как и другие пилки. И на самом деле при работе с пилкой Shiner, чем больше вы используете зеленую ее сторону, тем больше вам кажется, что она придает блеск ногтю. Я проверяю свободный край ногтя для того, чтобы убедиться, что он ровный. Потому что очень часто при работе с такой тонкой
нарушенной ногтевой пластиной. Просто после работы с ней бафом материал может раскрошиться на кончиках, поэтому обязательно проверяйте концы ногтей. Я применяю немного масла для кутикулы. Ну вот, пожалуйста, я смоделировала ноготь, ну теперь ваша очередь.